Что же со мной приключилось на этот раз? Как только я освободилась, я поехала искать собаку, фото которой мне отправили. Я ее не нашла, нашла похожую, когда я вышла с машины проверить, она ли это. Мимо проезжала машина Жустар. И когда молодые ребята, работающие в этой компании, заметили, что я как-либо контактирую с этими собаками, они целенаправленно хотели наехать на них. Как только я это увидела, я побежала за машиной, но они прибавили газку и уехали. Я, естественно, поехала за ними, чтобы сделать им замечание. А что произошло дальше, вы увидите в следующих роликах. Так, слушай, пидорас, лайон. Оденьте я-то дон мииста, убрать скалшим кыни. Шудак, я шлак, я марис, я скалшим кыни. Я не знаю, что делать, 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 я не знаю